Оливковое масло обязательно имеет невкусную горечь. Так уж исторически сложилось, что на территории современной России и прилегающих северных стран люди очень долгое время не знали вкус настоящего оливкового масла. И наше представление о нем начало складываться сравнительно недавно, когда это масло начало появляться в наших магазинах. И прежде всего оливковое масло, и это не безосновательно, всегда ассоциировалось с пользой для здоровья. И, конечно же, весь маркетинг был направлен на то, что купи масло, принеси себе пользу. Люди, конечно же, покупали это масло, чтобы принести себе пользу, и не задумывались о том, что у него может быть какая-то невкусная или прогорклая горчинка. Все это казалось нормой, которая обуславливалась как раз-таки той самой пользой. Но это не более как всего лишь миф и часть большого маркетинга. Настоящее свежее оливковое масло будет всегда очень вкусным. И даже если там будет присутствовать горечь, то это будет такая сочная горчинка, которая не будет мешать вам наслаждаться оливковым маслом. Вот как разобраться во всех этих горечах, вы можете узнать в описании. А если хотите узнать еще больше полезной информация об оливковом масле, подписывайтесь на наш аккаунт Ladaki Oil. С нами вы научитесь выбирать настоящее, а главное полезное оливковое масло.